друзья, я рад вам сообщить, что время нашей первой молитвы ночной началось. У нас здесь много, смотрите. У нас в среду на молитву бывало время, собиралось меньше. Мы размножимся. Да, это первый раз. Я думаю, как мы проведем ее, ну, люди возревнуют, они пожалеют по-любому, что они не пришли. Год назад мы начали ночное молитвенное служение с небольшой группы из нескольких человек. Всего за один год эта молитва выросла в совместное служение трех общин. Принимает участие в ночной молитве в городе Черноморске в общине Бет-Эля. В конце 2017 года мы подвели итоги нашего служения и были приятно удивлены. За этот год мы увидели ответы на многие молитвы в нашей общине. Мы увидели ответы на молитвы в других общинах. В 2018 год – это год веры, поста и молитвы. И мы верим, что в этом году Бог также будет отвечать на наши молитвы. Мы хотим молиться за духовный рост служителей. Мы хотим молиться за евреев, которые будут приходить в Дом Божий. Мы будем верить, что на Симхат Тора мы войдем в наш дом молитвы и внесем туда свиток Торы. Мы будем верить за рост в служениях. Мы также будем продолжать молиться за единство между общинами и церквями юга Украины. Двадцатого января в городе Черноморске в 22:00 по адресу Транспортная 3 будет проходить первое в этом году ночное молитвенное служение. Я приглашаю вас, присоединяйтесь к нам.